Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на встраиваемую посудомоечную машину Electrolux EEZ-96-94-10W. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Посудомоечная машина Electrolux 800 Pro EEZ-96-94-10W предназначена для встраивания в нишу кухонного гарнитура шириной 60 см. Верхняя корзина имеет возможность изменяться по высоте даже при загрузке. Характеристики верхней корзины – две складные стойки, две складные решетки для бокалов, два soft spikes, soft grips для шести винных бокалов, складная полка для чашек, пластиковая ручка, боковые ручки. Особенности нижней корзины – четыре складные полочки для тарелок, пластиковая ручка, зона интенсивного мытья, spray zone. Зона интенсивного мытья Spray Zone обеспечивает безупречный результат для посуды разной степени загрязненности. Предварительного ополаскивания не требуется. Мощный напор воды превосходно очищает все – от пригоревшей пищи до остатков жира на посуде, расположенной в специально выделенной зоне. Quick Select с Wi-Fi отправляет уведомления через приложение My Electrolux Kitchen с четкими инструкциями о необходимости запустить программу Machine Care, чтобы помочь вам поддерживать посудомоечную машину в чистом состоянии. Ваша посуда будет абсолютно чистой благодаря технологии Satellite Clean, которая в три раза повышает эффективность мытья по сравнению с обычными моделями. Разбрызгиватель с двойным вращением обеспечивает тщательную мойку даже при плотной загрузке. Безупречно чистая и сухая посуда в одно касание. Доверьте мойку посуды посудомоечной машине Electrolux Intuit Quick Select. Посудомоечные машины с новым управлением Quick Select помогают автоматически настроить цикл мойки, исходя из заданных параметров времени и типа посуды. Благодаря яркой подсветке пространства камеры, которая включается автоматически, видно все, что в ней находится. Загрузка и выгрузка посуды без труда. Двухцветный луч на полу покажет статус программы. Вместо сигнала луч на полу беззвучно показывает статус программы, сохраняя тишину на вашей кухне. Красная точка показывает, что программа еще в процессе. Зеленая точка сигнализирует о ее завершении. Технология Air Dry использует естественную циркуляцию воздуха для завершения сушки посуды, обеспечивая в три раза большую эффективность, чем системы с закрытыми дверцами. Дверь открывается на 10 см после завершения программы, позволяя воздуху циркулировать и обеспечивая превосходные результаты сушки. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, отрицательных среди них не оказалось. Теперь речь пойдет о положительных отзывах. Нижняя полка поднимается, и ее удобно загружать. Встроена функция самоочистки. Автоматическое открывание дверцы по завершении цикла. Работает тихо. Отмывает даже засохшую и сильно загрязненную посуду. Экономный расход воды. Очень удобная внутри. Большое разнообразие режимов. Разбрызгиватель для струй воды захватывает все зоны при мытье. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!